Давай заодно и расскажем. Здесь у нас приборы марки Yetari, произведены в Тайване, совместно разработаны с Россией и Германией. То есть эти приборы, они не русифицированы, они изготовлены специально для немецкого рынка. И, соответственно, здесь мы на выставке их представляем в Германии, в городе Штутгарт. То есть прибор автоматически включается нажатием на сенсор, да? Вот. Ну и после чего уже можно делать замер. То есть прислоняем его к поверхности лакокрашенного покрытия, и он, соответственно, нам выдает результат толщины краски. То есть, как мы видим, из шагрени, то есть есть небольшие расхождения, но прибор очень стабильно работает, автоматически измеряет как на черных, так и на цветных металлах. То есть, соответственно, также есть функция подсветки дисплея. Видим подсветку дисплея. Вот. Дополнительно также есть функция LED, то есть света, то есть для определения состояния лакокрашенного покрытия. То есть сверху мы видим здесь, какое у нас состояние лака. То есть видим все разводы, голограммы. То есть на определенном расстоянии, когда подводим фонарик, то есть, соответственно, мы все эти изъяны видим, то есть даже мелкие пылинки и соринки. Вот. Также есть функция LED, то есть при повторном нажатии кнопки света включается функция LED, функция ультрафиолетового света для проверки, к примеру, денежных купюр. То есть вот здесь можно пониже посветим, как бы можно будет увидеть, то есть вот эти вот полосочки, видите, они загораются. Вот также можно ПТС-ки проверять, то есть фарцогбриф, немецкие документы. То есть видим, что вот здесь вот в этом месте, допустим, загораются такие полосочки, высвечиваются при подведении ультрафиолетовой лампочки. Вот. То есть прибор идет с защитным резиновым чехлом, которую, соответственно, можно также снять при, как говорится, при необходимости, если где-то замеры ведутся в сухом помещении, как говорится, нет, ну, не в авторемонтном цехе. Так, прибор автоматически выключается порядка через 60 секунд. Сейчас у нас он как раз выключился. Вот, фонарик тоже выключен. Вот. Внутри у нас идет с прибором две батарейки обыкновенные, а то есть маленькие пальчиковые батарейки. Вот. Что еще можно сказать? Также есть функция заводских настроек, то есть достаточно нажать на кнопку 0 и подержать ее подольше, и, соответственно, прибор выставляется в заводские настройки в случае того, что если где-то были сбиты настройки или что-то случилось с прибором, скажем, там уронили или еще что-то, то есть достаточно его обнулить, и он становится в режим заводских настроек, и, в принципе, уже, как вы видите, этого достаточно для того, чтобы выявить расхождение на разных поверхностях, то есть на разных деталях. Если мы, скажем, возьмем, предположим, что этот лючок находится рядом с дверью, которая перекрашена, то есть вместо дополнительного слоя лакокрашенного покрытия, то есть краски или шпаклевки, или грунтовки, мы можем положить эту пластину калибровочную и, соответственно, делаем замер. То есть, соответственно, видим, что у нас на 102 микрона плюс 2 микрона на погрешность, соответственно, выходит дополнительная толщина краски. Соответственно, мы можем на основании этого уже сказать, что соседний участок был перекрашен. Вот такой вот удобный девайс для покупки автомобиля. То есть, чтобы не взять битый автомобиль и потом не уделять
внимание и время на его ремонт, а также затраты дополнительные, плюс нервы, можно сэкономить, приобрести такой прибор. И если даже будет небольшое повреждение автомобиля, то есть какое-то крыло или какая-то деталь поверхностная будет повреждена, всегда можно будет у продавца попросить скидку, которая, как правило, в два раза может быть больше стоимости этого прибора. То есть прибор окупает себя при первой же покупке автомобиля. Если даже вы взяли небитый автомобиль, то, соответственно, вы будете спать спокойно и знать, что вы взяли небитый. И, соответственно, то есть в данном случае прибор тоже, как говорится, выполнит свою роль и для вас принесет хорошую пользу.